прощаемся с Зонненбергом. Валентина и Екатерина провожают нас. Зонненберг, небольшой городок, более 20 тысяч жителей. Наш брат Николай Шестер. Как я все сделал, сказал. Она полностью такой, что боится, что ты такой базис, и она не просто так. Она решительно для меня то, что говорят по трассе, такие деньги, да, просто ходить, ну, раскупать некуда. Я хоть забыла вам историю, да. Чего забыла? Под ответ не ответил. Я хотела историю. Что хотела дать? Деньги. О, деньги. Так она потом приведет. Да, зачем же нам на дорогу? Нам выехать до скорости. Отправили. Автоправил. Я уже не за трассу снимаю деньги, потому что не рассчитываю. Во Франции. Во Франции. А дальше пока не известно. Да везде они берут. А вы не были? Вы еще не приезжали туда? Нет, конечно. Через Польшу в Германию. Сейчас идем на Прагу, вот так вот пойдем вообще до этой, до Греции. Греция наш путь. А из Греции там уже поделим. На Афон-то не поедете? Нет, там делать нечего. Монахи мне не друзья. У нас батюшка только с Афона приехал, камней набрал. Камней, лимонов. Мы не с того породы. Это гвоздь все на себе принес. У нас написано такое, расчищайте дорогу, убирайте камни. Не собирайте, а убирайте камни. Вот он, вот эти вот все сейчас будет. Мы разные. Сейчас будет вот. За благодатью ездим. А мы везем ее. Наши просили, чтобы руки не мыл, чтобы привез. Наш руки сам, сама, чтобы руки не мыл там. Чтобы... Каменную благодать. Как бы. А у нас по-другому совсем. Мы ищем людей, способных слышать. Вот у нас... Заговори хотя бы. Ураган. Ураган. Не нравится мне. Ураган. Все. Камера чужой. Команда дана. Только что-то мы научить нельзя, она сама это имела. Мы вчера ходили. Молитва перед отправлением в Прагу. Слава Богу за все. Все услышим, увидим, но потом мозговые и думайте. Я не просто слова на лице бросаю, это то, что вам сгодится на лекарство. Это все ваше. Так и будет.